Мне грустно, и со мной никто не хочет обниматься. Но я нашла уютное местечко. Меня зовут Настя. Я на Кагул пришла второй раз. Второй раз по работе. Я нахожусь в помещении, где меня могут захотеть трогать, сделать массаж, укрыть пледом или просто полежать рядом. Я смогу отказать, если не захочу прикосновения незнакомых людей. Главное правило трогательных вечеринок – да, значит да, нет, значит нет. Кадл – это долгие объятия. Но вообще, я бы сказала, что кадл – это такое пространство, где есть понятные границы, структура, а внутри очень много свободы и поля для возможностей. Все, что мы здесь делаем, 3,5 часа живем, чувствуем, ощущаем, что-то делаем, и поэтому у каждого человека это про что-то свое. Чаще всего на обнимательную вечеринку приходят люди, которые хотят расслабиться, отключиться от рабочей суеты, выдохнуть. А здесь как раз то место, где тепло и уютно. Сюда приходят люди за тем, чтобы поисследовать какие-то темы и лучше узнать себя. Ну, например, как мне рядом с другими людьми, а что такое для меня доверие, или как я могу проявить себя и при этом не бояться других людей. И еще сюда приходят люди, чтобы научиться чему-то новому. Например, если бывает сложно говорить «нет», или сложно соглашаться на что-то, то можно прийти, увидеть как-то у других, попробовать и вообще расширить свои представления. Например, что, оказывается, так тоже бывает, и так тоже можно, и это нормально, и со мной все в порядке. Второе главное правило вечера – никакого сексуального подтекста. Если между участниками возникла взаимная симпатия, а такое тоже бывает, ведущая просит оставить общение на десерт и вынести его за двери кадл-пати. Но что удивительно, среди участников есть уже семейные пары. Она долго отказывалась, как раз как-то быстро согласилась, очень странно. Аня, почему? Не знаю, мне кажется, такие мероприятия сейчас редкость. Потому что немножко непонятна целевая аудитория, во-первых, и непонятно было, как это происходит. Я думаю, что это просто интерес. Очень интересно. Мне хорошо. Ходим. Далеко не расходимся, людей мало. Раз, два, три, стоп! Люди, которые приходят на кадл, обычные программисты, редакторы, воспитатели и даже организаторы городских мероприятий. Но связывает их одно – желание найти контакт. Я приехал из Первоуральска. Мне не хватает объятий. Карточка у меня. Человек с длинными ногами на работе называет меня длинным. Вот. Но ожидание завести знакомство в Екатеринбурге. Если вам не хватает тепла и обнимашек, добро пожаловать на кадл, но без признаков простуды и с QR-кодом.